Друзья, привет! Это интернет-магазин «Воколесо». И сегодня мы проверяем диски на Ford Ranger. Проверяем, чтобы клиенту они пришли точно целые, в целости и сохранности. И видео будет очень коротким, потому что я просто хочу показать вам белый цвет на диск CarPlay. Потому что белые диски, честно, встречаются нечасто. Они, как правило, несколько дешевле, чем любые другие цвета, потому что пользуются меньшей популярностью. Ну, такая вот зависимость. И, безусловно, белые диски очень хочется вам показать. Показать окраску, показать, как все это выглядит вживую. Ну, вот, собственно, белый глянцевый цвет. Как-то так в этой модели он выглядит. Диски на Ford Ranger я уже сказал. Ну, если сказал, то еще раз скажу. 800 килограмм держит диск. Где же это? Ага, вот она. 800 килограмм держит диск, и вес его 11,9 килограмма должен быть, друзья, 11,2. Ну да, 11,2 килограмма весит диск. На коробке написано 11,3, кстати. Ну, это в пределах погрешности весов, на самом деле. Поэтому вот как-то так. Очень коротенькое видео. Возможно, оно даже не попадет на YouTube, но если вы его видите, значит, оно все-таки здесь. Все, друзья, спасибо большое. Подписывайтесь на канал. Самое короткое видео за последнее время, друзья. Пока-пока.